Фундамент у нас готов, и он что на чертеже, что вживую выглядит довольно сложно. Но если его создание разбить на этапы, становится ясно и понятно, как он делается. Начали мы с того, что закрутили сваи по углам, выдержав диагонали, чтобы углы получились 90 градусов. Потом натянули нить по длинной стороне, закрутили там нужные сваи. Потом по короткой стороне закрутили там сваи, потом снова длинная, потом короткая. Короче говоря, сделали полностью периметр нашего фундамента. Дальше заполняем наш периметр сваями, натягивая нитку на противоположных сваях. Потом мы крутим фундамент под террасу. Дальше сваи готовы. Это значит, что они обрезаны в один горизонтальный уровень, заполнены цементопесчаной смесью и наварены оголовкой. Следом идет обвязка из 14-го двутавра. Сначала мы выставляем длинные двутавры, выставляем геометрию, диагонали, размеры. Потом идет короткий поперечный двутавр, причем короткий врезается в длинный с проваром вместо стык. Дальше варим уголок 100 на 100 на фундамент для террасы. Потом ставим пластины для стыковки модуля и отверстия на краях двутавра. Потом финальные подкрасы, и фундамент готов.